чуть меньшей кистью понашвырять этого добра, этих перьев. Понашвырять. Чуть, еще прежде, чем мы уложим. Да, чтобы у нас рисунок произошел. Если бы мы были бы очень опытные, мы бы взяли коричневый, зашвыряли. Да. Мы сначала все увидим, даже саму девочку увидим, в том числе вот с такими вырезаниями, все увидим, и тогда коричневый вгоним, и все будет хорошо. Хорошо? То есть весь рисунок синька. Да. Так, хорошо. Значит, во-первых, здесь побольше. Во-вторых, белизну немножко уложим, чтобы у нас, да, поскольку у нас рисунок уже нормальный, чтобы было на что смотреть. Вроде бы да. Я вот сюда не страдаю, что ли? Чуть-чуть белого. Чуть-чуть ультрамаринового. Чтобы оно уже все было. Вот они. И поскольку у нас достаточно точный рисунок произошел, значит, возьмешь красноты, коричневоты и желтоты. И деликатненько начнешь нагонять сюда. Пальцем, да, начнешь нагонять. Вполне ты усадила все, так что начнешь нагонять. Относительно, смотри, как некий ствол. Рука. Вместе с рукой, как некий ствол. Угу. Поэтому место ее найти довольно легко. Ну а дальше будет дальше. Угу. Значит, наполнять содержание. Так, можешь, вот это тоже, да, можно все. Можешь теперь. И вот это тоже. Угу. Можешь теперь взять тоже коричневый, голубой, розовый и подсунуть вот эти темноты, раздавливая. Смотри, вот так. Рубленно. Раздавливая. А вот эти тоже? Пока, да, пока все мастихином. В тенях все это уложишь. Чтобы потом кисти бери с длинным ворсом. Ты взяла обе с коротким. Чуть не нашла. Поискала. Чтобы потом кистью начать укладывать мазочки уже вот такого характера. Утаптывать множество. Хорошо? Давай так. Вот здесь заканчивается. Я куда-то немножко больше. Ничего страшного. Ничего. Ты же все равно. Ну, да, тебе еще в море положить надо 500 мазков. Ну, да. Противные. Это я не пёристые. Стала. Все делай пёристо. Не надо вот такого рода мазочки. Ну, да. Я так подумала, что здесь хоть как-то их мало. Все, давай. Еще, может. Смотри, у девочки. Хорошо, что мы столкнулись с этой задачей. У девочки. Она серенькая, да? Да. А она должна стать как ягодка на свет. Ага. А чтобы она стала ягодкой на свет, мы берем вот такой цветик. Ага. Вот если бы мы рисовали виноградинку, как если бы мы рисовали именно виноградинку или другого рода именно ягодку. И быть красный, коричневый. Это так оно ведет себя на красный, коричневый, желтый. Ага. На свету. На ярком солнечном свете. То есть она начинает быть прозрачной, да? То есть так она была у нас коричневая, а сейчас она стала прозрачная. У нее появилось другое отношение к ней произошло. Чуть-чуть уложим волосики. Особенно после появления еще и темного. Вот этот цвет особенно запоет. Там ушечко тоже с красниночкой насадишь.
по форме волосы. Потому что даже как косичку не закрыть. Оранжевинка света. Да? Краснинка банта. Не значит, что надо гоняться за каждым его звуком. Если у тебя нечаянно или чаянно произошел свой красивый, бережешь. Главное, чтобы это было сделано очень легко. Так, как будто бы тебе это совсем легко досталось. Лучше 10 раз на этом месте ковыряться, но продемонстрировать, что тебе это досталось, очень легко. Тогда все коллеги по цеху наши и попали. Значит, я сбрею пока, да? Ты потом насадишь. Белизны эти чуть-чуть подсадишь, чуть-чуть. Вот этот свет плотно положить, то есть прямо плотно. Теневые у нас должны сохранить малое количество краски. Мало того, ткань любит штрих по цилиндру. Да, это тоже цилиндры. Вот эти вот, цилиндры. Они мелкие, но они все цилиндры. Поэтому лучше дать вот это настроение, чтобы показать и ее круглость, и цилиндричность этих настроений. Вот оно. А уже потом их перерубить. Есть в этом логика, да? Да. Ну, здесь можно подойти, отсечь. Поняла юмор, да? Да. Это цилиндры. Сначала, да? Угу. И у нас даже лепка происходит культурная, да? Вот она срублена. А здесь что, тоже вот это? Ну, здесь этот номер уже не прокатит. Единственное, что прокатит, чтобы она была здесь немножко прозрачна. Я пальцем. Да-да-да. Сначала пальцем насаждаешь, а потом этими цветнотиками чуть-чуть перерубишь прозрачненько. Чуть-чуть эта прозрачность останется ее тельца. Рыженький нагонишь по этой траектории, а потом перерубишь вот этими траекториями. Хорошо? Так, рыженький цилиндр. Да. И потом перевернуть. Да. Плотно, плотно. Посадки плотно. Также, да. Угу. Тоже по возможности, красивое пятно, но по возможности идею штрихов чуть-чуть усадить. Пока чуть-чуть. Что? И то есть, как усадить. Цилиндр, да. Тоже. Здесь, наверное, уже мастихин не пролезет, поэтому кистью. А потом кистевой укладкой чуть-чуть вспомогнешь и здесь. Ну, чтобы она все-таки была кистевая. Здесь кисть. Здесь только кисть. Здесь еще вот все. Да, насыщать. Более значимые положить белизны. Это я потом. Вот здесь вот более синий. Очень красивое это. Или еще вот в таком же духе развивай. Синего еще вложи. Синего. Ага. И везде пишешь. Везде. Здесь вот. Больше горизонтальный. Слишком много круглого. Круглые только вот эти точечки. Все остальное немножко круглее, длиннее. А вот здесь вот такие, но линии все равно как-то они у меня соединены, а у меня отдельно, да? Ты знаешь, у него здесь произошла творческая удача. Он копошил, а оно состоялось. Это надо либо почти повторять мазок в мазок, либо по-своему просто идею вот такого. Потому что ты сойдешь с ума повторять вот это. Оно все равно так и не будет получаться. Здесь есть несколько вытянутых, которые дают идею воды. Здесь есть идея прибоя. Да, есть. То есть вот этот разбел прибоя. Чуть-чуть его насадишь. Очень много пластилина. Переборщил. И очень много полосатого. Да мне самой это не нравится. Ты
цилиндрами сказал, все цилиндры. Должно снова стать цилиндрами и полосатостями. Раздавить красочку. Смотри, раздавить красочку. И уложить сверху на вот эту. Теневые останутся. Останутся малым количеством краски. Световые наполнятся краской. И вот этот характер все-таки штрихов по цилиндру. Посмотри. Посмотри. Ну да, лучше. Так, значит, я все счищаю, потом нет, делаю. Не счищаешь все. Не совсем. А так, деликатнее. Ягодкой она не стала. Не стала, да? Мазочки здесь очень несъедобные. Она слишком желтая. И здесь она ягодкой не стала. Ой, смотри, конечно. Она горит. Ну, вообще, она горит. Да, я боюсь так. Значит, прям красный и все. Она горит. Все равно боялся. Все равно боялся. Моречко сюда зашло. Ну да. Поскольку ты с импрессионизмиком, а там вечно освещенные солнцем девушки. Надо с девушками разобраться. Они должны вот так вот пожариться. То есть прям пожар. Дракон. Свет. Да. На плечике. Свет на этом плечике. Переневинки чуть-чуть. Холодный цвет, да? Холодный. Он еще больше оттенит, да, вот да, это. Да, да, ну надо же. Фактически, значит, раньше было. Волосы а еще поискать, да, пока не съедобно очень. Можно подумать, желтый. Да. Мне кажется, что за такой розовин. Желтый любит компанию красного. Да. От того, что красного нет, желтый смотрится отвратительно. Ну и плюс там еще блячок. Блячочечек, да? Желтит на макушечке. Это прям совсем красно, здесь вот желтенько, и получилось как свет. Ушко, значит, нужно делать темно, и все, не надо самого укрыться. А я делаю светло. Глуши это пятно, сделать глуши. Слишком оно изрезано было, более глухое. А изрезанность сюда, ближе к линии перегиба света и тени. Вот там изрезанность. Здесь нет изрезанности. Хорошо? То есть теневая не возбуждена, световая возбуждена. Вот здесь нужно темно. Ага. Светичек на одежоночке. Теперь маленькая кисточка. Да. Здесь тоже будет, да, так же. Да. Ага. Хорошо. Кистью, кистью. Кистью, да. Так же, да. Вот я просто обозначила. Слишком белый. Ну, тоже много. Он должен быть теплый. Смотри, а, он понятно, охристый. Разбеленный охристый. Вот это. Ну, да. Я хотела убрать это. Ну, не знаю, тут я вот тоже утемнила. Ну, тут, видишь, тоже стены. Тут, не знаю, тут еще как-то нарезано, на хоть бы так, это не еще. Ну, теперь тренироваться. Ну, еще будет варенье сколько. А вот интересно, когда они
Я сегодня рада, я много сама сделала. Я сама не верю. Да ладно ты. Правда, не верю. Знаешь, вот рисую и не верю. Что как впитывается, руками тоже не поверчу. Красивые кучеряшки, но все-таки теплее. Полине или к Фанечке подойди, где-то они. Полина еще не пришла? А. Ну, Саша, посчитай тогда. Да? Смотри, как теплый сразу. Красиво становится. Ну, лучше. Да-да-да. Даже вот эту болото. Может быть, даже из зеленца. Хорошо. Надо что-то еще. Не хватает длинных. Смотри, он хоть чуть-чуть, но длинные поставил. Так. Здесь тоже длинные должны пробить. Еще длинные, светлые должны пробить. Светлые, да? Ну, смотри, вот они светловатые. Вот это я еще конечно. Тоже спасибо, до свидания. Ага, сейчас Леленька, приезжай. Это вот сюда, желтый, красный. Чуть-чуть не добрала в цвете. Вот этой сочности, вот этой солнечности. Не смогла смешать. Шарик что-то не было. Сейчас только начинаю. Здесь красноватый полутон. Красноватый. Я делаю коричневый. Так. Да, здесь я. Вот это же кисточка. Вот это несъедобно. Несъедобно? Mm-hmm. Что, нужно коричневый? Пустоватое пятно. Не кучерявая, пустоватая. Это кисточка стихина. Можно мастихина, смотри. Вот такую придавленную. Пустоватые. Слишком кучерявая для то есть должна быть теневой. Да, теневые они как бы мглистые. Пустоватый. Согласна? Должны быть вроде пустого. Да. Пустоватый. Согласна, да? Ну, думаю, что тогда я сюда. Неплохо полепила все это. Ну, ты это. Очень ты, неплохо. Это я полепила. Но тут я немножко начала и остановилась. Волосы добавила. Вот. Вот тут добавила, пока больше ничего не делала. Угу. Боюсь перчатки. Ну, по-сухому мы тут 6 сек это все сделаем. Ой, ты попочка такая. А, ну да. А я сама не буду. Его нужно еще второй, еще один день, да? Тогда девушка тоже рисовала, я еще так удивилась, почему. Ну да. Еще, конечно, нет, ты хочешь здесь что? Дома тоже, ты же все. Все понимаешь. Ну, все, я да. Могу так хорошо не сделать. А, сделаешь. Уже, по-моему, все сделаешь. Алгоритм у тебя уже понятен. Понятен. Вот это вот я еще пока не скажу. Прозрачненькость, да? Такая вот да. Прозрачненькость. Тут же еще вот тут тоже нужно. Вот этого за счет
идеи ягодки на свет. Ягодки на свет. Прозрачная, да? Горит на солнце. То же самое. Чуть-чуть горит. А сейчас пока рано перчатку тянуть. Чего? Хотя бы вырезать ее тут. Пространство вырезать. Ты видела, я сначала вырезал, а теперь укладываю какой-никакой цвет. А потом по сухому. На, а потом уже по сухому, да. Молодец. А что ж тогда? А подожди, а вот длинных, длинных я все это сделаю, здесь сделаю. Тоже длинных. Чуть-чуть, чтобы все. Вот этот линейный характер был все-таки. Прилива был. Так, а вот прибоя. Это вот. Вот сюда ничего будет лучше. Но тут тоже тепла не тоже. Тоже может быть съесть лишнее. Чуть-чуть это. Чуть-чуть лишнее съесть. Уберу. Да, вот это вот. Ты мне показывал, что видишь, что это будет. И парочку вытащить. Причем теплого вот цвета. Это. Да? Это же, кстати, можно по сухому. Да, наверное. Значит, можно?